Вова там пишет на память. Значит, у этого человека сегодня день рождения. Да, Вовчик? Да. Тебе с днем рождения поздравляю. Спасибо. Мы в аэропорту Пулково. На день рождения я тебе дарю самолетик. Вот он там сзади написан 12:35. Вова не знает, куда он летит, он об этом знает прямо сейчас, когда посмотрит. Но он как бы знает, что он летит, но в какую страну он не знает. Вот. Ну иди смотри. Что тебя расстраивает? Куда мы летим? Мы летим на Новый год. Мы будем в этом году, в 2020-м, высокосно, праздновать Новый год 3 раза. Мы уже праздновали Новый год 1 января, а потом мы праздновали Старый Новый год, да, 13 января. И через пару дней мы будем праздновать еще один Новый год китайский. Круто. Круто.
2 часа, пик, 2 часа дня, и спать.